Это тот самый уничтожитель планет. Нифига себе, какой-то крейсер, смотри, летает. Пытается пробиться к этой планете. О, есть пробитие. Ага. Привет. Витёк здесь, и сегодня я иду в солярку. Буду играть в Solar Smash 2D. Д. Это буква такая Д. Двухмерная солярка. На самом деле она прикольна тем, что здесь есть физика. Наконец-то. А потому что в трехмерной солярке физики не было, если вы не в курсе. Там как-то все странно игралось. Давай посмотрим вообще. Ее только выпустили буквально. Там баннерок висел в солярке в обычной. Типа иди смотри, играй. Давай. Хопа. Что это такое? Это яйцо, видимо. Смотри. Это какая-то планета. Здесь есть гиперврата какие-то. Здесь есть какие-то космические корабли. Как будто у Мастера Фарион какой-то пришел поиграть. Ну, вот так вот это выглядит, прикиньте. Вот враги пришли, смотри. Через космические врата прошли враги. Сейчас они тут сражаться начнут. У нашей планеты два спутника. О, там рубилово начинается. О, там еще один корабль вражеский или что? Или это свой? Видали, бум, кусок спутника откусил. Мочи. Наверняка как-то можно... Чувак такой припарковался, в луну полетел дальше. Не, по своему, Friendly Fire. Дрыж. Что творится? Что это он делает? Это у него такая пушка, что ли, молнии бьет? Офигеть. Крутой. В общем, видали, тут какая битуха происходит. Они полпланеты уже уничтожили. Ну ладно, мы сейчас что-то более веское, наверное, будем делать с этой планетой. А не просто как-то там уничтожать. Давай, я не знаю, я управление не смотрел, что здесь есть. Давай поизучаем. Главное меню, звук, графика. Что с графикой? Графика на максимум, хорошо. Это что такое? Это смотреть. О, я могу вселиться в корабль. Я могу управлять кораблем, прикинь. Я могу летать на этом корабле и могу стрелять. О, клево. Ой, кажется, я попал в планету, да? Круто. Хорошо, ладно. Могу летать, стрелять. Что еще здесь есть? Я могу куда еще вселиться? Я могу... Битвуха вообще лютая идет. Давай попробуем в портал вселиться. Нет, не получается. А во вражеского? О, во вражеского черта тоже можно вселиться. Но! Битвуха пошла. Что-то это не Solar Smash вообще, это какой-то Space, что-то там, симулятор 3D, 7K и так далее. Нифига себе, у него мощный выстрел какой. Надо убить хоть один корабль, давай. Погоню. А, мимо. Опять мимо. Дыж, на тебе в задницу, на, бабанч. А чё, он не умирает? А, он щиты хорошо снимает, получается. Ну давай, мочни его. Хорош, победа. Так, ладно, пускай ребята сами воюют. Что тут еще есть? Это у нас... А, это разные системы есть. Можно будет посмотреть еще другие системы. Ну, пока в этой давай, пока воюем, прикольно. Битвух продолжается. Ну и, конечно же, давайте посмотрим, что у нас конкретного есть. Почему-то... Зачем вы восстановили Луну? Что вы творите, черти? Что у нас есть вообще? Здесь можно присамонить, по ходу дела, отдельно корабль вражеский. Какую-то звезду я присамонил. А это что? О! Это какие-то странные корабли. Которые как-то странно стоят и светят. Ой, я слышу страшный звук. Кажется, я его знаю.
Точняк. Это уничтожитель планет. Офигеть, он капец сверланул. Это тот самый уничтожитель планет. Все, чуваки, вам не за что больше сражаться, планеты не осталось. Витек самое сильное оружие призывал и сразу уничтожил. Офигеть. Ну я дал просраться им. А можно их, смотри, понаставить целую кучу, наверное. Вот так вот. Они друг друга убивают еще, смотри. Сейчас светанем пополни. Давай. Они друг по другу светят, смотри. Вижу, колбаса такая летит. А и рассеивается почему-то. Я думаю, они до конца системы будут долетать. Такой, чуть не врезался в луч смерти. Музончик такой крутой. Кстати, в Solar Smash 3D тоже музыку добавили. Так, ладно. Ну, здесь понятно, здесь чуваки, которые сражаются, это убиватор, ему насрать на все. Что у нас здесь есть? Метеорит. Хорош. Давай, толкни луну. На. О, нет, я в портал попал. Мочи портал, а можно его вытолкать за пределы? А, стоп. А как оно так работает? Тогда что я попал в портал? Я... А, вот так вот, в торец можно. Я его вытолкал за пределы. Он теперь не работает или что это? Очень странно. Блин, круто. Так, давай обновим систему, давай в другую сходим. Здесь есть... А, это тоже знакомая нам планета. Нифига себе, какой-то крейсер, смотри, летает. Пытается пробиться к этой планете. О, круто. Но на крейсер тоже кто-то напал. Я хочу крейсером поуправлять, можно? А, тут автоматические пушки на нем какие-то. Я управляю только пушкой, которая вперед стреляет. Вот так вот. Тут есть автоматические пушки. Понятно. Блин, прикольно. Какой-то огроменный крейсер. Но он один, я так понимаю, не пробьет. А если ему помочь... Пробьют эти ребята? Он по ним стреляет? Чел, капец, зачем ты встал здесь? Они светят по нему и не могут пробить его броню. Хотя такое ощущение, что пробили. И здесь, смотрю, прогрызли дырку, но не пронесли. Щит кончился. Ноу, это... А, все, возобновился. Нифига себе, тут вообще такое побоище можно устроить лютое. Давай, рубилова! Еее, месилова рубилова, каждый сам за себя. Ой, я опять в корабль поселился. Чуваки, что творите? Такая рубиловка стоит. У меня что-то аж залагало. Вывесил ухо. Мне кажется, надо как-то им помочь. Да что ж ты все время влезаешь в этот корабль? Круто. Так, а теперь давайте поможем этим ребятам. У меня есть... Ну, а давай метеорит в этот корабль запустим. Сбил. Сбил щит. В торец ему.
Готов! Я развалил его. По планете давай. Блин, круто. Щиты сошли. А это черная дыра, видимо, да? Но черная дыра, она засасывает. Наверное, не засасывает. Она притягивает даже портал, который улетел куда-то в сторону. Надо послушать, как это звучит. Блин, приближайся, давай. Просто всех проглотил. А вот эта штука сжирается? Портал! Ух, нифига себе, взорвался! То есть портал тоже можно уничтожить. Даже ядро планеты, смотри, сдвинулось. Не? Она, видать, почему-то от другого сдвинулась. Может, это кольцо само сдвинулось? Само кольцо двигается, смотри. А вот эта ядрёная штука нет. Так, а что тут еще есть? Вот, можно кем-то поуправлять. Ракеты. Что-то очень маленькое куда-то полетело. Какие-то самонаводящиеся ракеты, что ли? Просто куча самонаводящихся ракет. Во, это способ сделать попроще, чтобы легко и просто уничтожить всякую мелочь, которую ты насоздавал. Ой. А это что такое? Там что-то появилось. Что-то очень маленькое. Что это такое? Какая-то минка. Это мина? Судя по звукам, это какая-то космическая мина. Вау. Да, это тупо мины. Можно минные поля какие-то заградительные ставить. А почему на него не действует? Чувак летит, собирает мины, но у него здоровье не отбирается почему-то. Вообще, что с ним происходит? Странный какой-то он. Непонятный. Хорошо, ладно. Что-то еще у нас есть. Какая-то разрушенная планета есть. Но это последствия уже. А что-то еще могу создать, да? Что я могу создать? Нарисовать можно прям. О. О. Окей. То есть я могу нарисовать планету. Это, наверное, половина кости. Да, это половина кости. Здесь такая также продолжит, здесь такая же косточка будет, да? Битва при половине кости, ребят. Во. Битва при кости. Так, сейчас, погоди, я посмотрю, что вот это такое. Какой-то лазерный челик. Так, я сразу им управлять могу. Со звуком пыу делают дырку в маяке. Так, как это выглядит теперь? Прогресс, смотри, прогресс. А червяк? О, даже червяком можно кусать. О, нифига себе! Космические черви жрут космические гигантские яйца.
Можно прямо это, при помощи червяка повторить структуру реальных маяков. Давай, жри. Как здесь все ярко светится, жесть. Во, вот так. А вот это уже ненужная часть. Отгрызаем просто. Я что-то реально отгрыз. Походу дела, я два сделал из одного. Ее, детка. Катастрофа вселенского масштаба. Да что-то я не хотел тебе делать. Прикольно. Так. Ну, получается все, да? Вот это еще что такое? Сетка? Что это? А, это поменять цвет сетки. Сделать ее там желтенькой или красненькой. Непонятно, правда, зачем. Так, ну получается самое прикольное это что, метеоритами кидаться? Мне метеориты больше всего понравились. И создавать битвухи. То есть перемещаемся обратно к этому светилу. Слушай, ну ведь вращается же вокруг планеты. А почему они перестали вращаться, я не понял. И крейсер мне очень понравился. Крейсер крутой. Жалко, нету кнопки, как крейсер создать. А может быть какая-то есть суперсекретная кнопка, и мне сейчас подскажут в чатике. Попробуй залететь в портал на космическом корабле. Ты знаешь толк. Давай попробуем. Может быть, мне в какую-то вселенную другую переместить, да? Где портал-то? Вот он. Залетаю. Ноу! Столкновение. И где я? У меня отняли управление просто. Самолет, кстати, ушел отсюда. Самолет улетел. Но управление отняли. Я могу взять ультрасамолет. И он будет мой. Что, на него никто не реагирует? Да. Ну, сейчас попробуем светануть в него. А, планета! О, нифига себе мощная дуля! Надо попробовать, знаете, этим маленьким чувачком попробовать уничтожить крейсер. Опа, он теперь со мной сражается, или он просто стрельнул мимо? Они все не сражаются со мной. Нет, сражаются. Они в меня стреляют или кого? Так, в меня явно стреляют. Ну все, гады. Держитесь. Иди сюда. Сейчас я тебя засвечу. Да что ж ты... На! Неудобно без геймпада, конечно. А я же могу сюда геймпад, по-моему, подрубать. Ну-ка, сейчас попробуем. Во! Во, Витёк на падике! А, я забыл настроить этот пилку. Хорош, вообще клёво. Вот это круто. Вот такой Solar Smash мне нравится. Сейчас, погоди, я настрою еще кнопку одну. Ты будешь Б. Сохранить. Все, я готов. Ну че, пацаны, битвуха. Витюха дает вам всем. Ах ты, что за патрон такой? Хорош. Готов. Во, вот это круто. На! Ко мне не подходи, я мощный.
и дерзкий. Давай добивай черта. Хорош. Смотри, сколько я их перебил уже. На. Удобно на падике играть. И на развороте черта. Чувака какого-то снес. Да все, это моя победа. Мне кажется, я тут всех победил. Кто стреляет? Он типа меня врагом не считает, что ли? На! Врагом меня не считать. Да я самый опасный здесь. Я даже вашу луну уничтожу. Попробую портал сейчас уничтожить, давай. Не, ему пофиг. Порталу пофиг. Фух. Все, победил. Я победил. Я молодец. Пойдем это... сгоняем все-таки на вторую планету. Я хочу этот корабль поэкспериментировать против него. Где он? Так, а почему я... Так, у меня завис интерфейс. Баг нашел, смотри. Вон он, ультракорабль. Можно попробовать червяком, может, его сгрызть. Иди сюда, укушу тебя за движок. Укусти меня за движок. Я великий космический змей, я неубиваемый говнюк. Капец, моментально сожрал, а этого просто задушим, давай смотри. А ты не уйдешь из меня. Я буду тебя есть вечно. Да. Хорош, ну змеюка лютая. Пельмешку какую-то космическую съел. Смотри, еще одна. Ням. Космические пельмешки. Пойдем попробуем в этот, как его, ворота съесть. Ам. Я могу пролетать сквозь них, прикинь, они мне не работают. Ам. Я прям уроборос какой-то. Так, ладно, это не то, что я хотел. Я хотел все-таки поп... Стоп. Вот это вот надо убрать. Во. Рестартнуть. И хотел попробовать этого корабля вот за этого черта маленького завалить. Ух ты ж, нифига себе, плюху сразу словил. Хорош. Слушай, он мощный. Капец, завалил меня. На, это тебе. На. Капец. Ноу. Держись. Не убивается он так просто. Червяком я как-то его быстро сожрал. Может, он будет отвлекаться на других, я его буду расстреливать. О, есть пробитие. О, ноу. Только не по нам. Пожалуйста, держись. Сдохни! Сдох. Но я. Чуваки, я вам помогаю. Нет, он новые щиты восставил. Сняли щиты. Давай, мочи его. Хорош! Победа. Ну да, одним не завалить. Если бы я сразу одновременно двумя играл бы, может быть, получилось бы. Я же не могу двумя играть. Эскадрилью мне не дают полет. Попробуем пробиться к щиту. В смысле, к этому генератору. Мы же вот так и не уничтожили, кстати. Сможет ли один чувак пробиться? Давай! Тихо, что ты по мне бьешь-то? Я тебе помогаю планету взломать. Желтеет. Ну. Давай!
Нас пытаются уничтожить. Что-то вообще не идет. Засранец. Ладно, я проще сделаю. А теперь полетели. Ах ты ж! Давай, продави меня туда! А как же метеориты прошли? А на что, метеориты не держат, получается, эта оборона? Как мне пройти-то? Хорош, вот там пули прилетают мощно. О, есть! Есть пробитие! Заходим! Incoming! Угу! Готов! Все, я победил. Capture the flag. И уничтожаем эту планету изнутри. Уничтожил какую-то цивилизацию. Прямо сейчас, прямо здесь. Круто. Слушай, ну я наигрался. Забавно. Надо, конечно, ждать, когда тут еще обновление накатят. А мне понравилось. Вот эта битвуха, то, что какая-то лютая происходит. Она даже какой-то свой. Это прям каким-то тапсом начинает пахнуть, понимаете? Это же круто. Нужно как можно больше различных видов кораблей сейчас сделать, получается. Ну, лично я бы так делал. Разных видов кораблей сделать, которые сражаются друг с другом. Ну и потом... сказать, что все круто. Музон крутой. Слушай, а реально порталы можно снести. Раз и все, я развалил. То есть у портала есть ограничения по количеству здоровья. Метеорит самые крутые сейчас. Но, к сожалению, больше ничего нет, кроме метеоритов и черных дыр. Все, на этом заканчивается наш выбор. Всякие ракеты и мины, это так, от лукавого. Да. Что ж, вот такая вот игруха Solar Smash 2D. Мне зашло, я с удовольствием поигрался. Прямо от души. Надеюсь, вам тоже. Правда, пока здесь контента немного. Это Solar Smash 2D, да. Но было интересно, по крайней мере, мне. Лайк ставьте, в описании ссылочку на плейлист Solar Smash, наверное, я туда же положу. Вот. И до встречи в следующих сериях, либо каких-то других смешах. Пока-пока.